Игорь Петренко и Кристина Бродская стараются не афишировать личную жизнь. Так, супруга актера успешно скрыла от общественности очередную беременность. О прибавлении в семействе поклонники узнали, когда малышка Ева уже появилась на свет. На днях звездные родители решили немного приоткрыть завесу тайны над семейными буднями, опубликовав первый снимок младшей дочки. В кадре счастливая мама держит наследницу на руках, а отец смотрит на них с улыбкой. Лицо пятимесячной Евы супруги пока скрывают, но девочка уже заметно подросла. Пара призналась, что воспитывает детей без чьей-либо помощи. Когда мы появляемся на каких-то мероприятиях, нас часто спрашивают, где дети. Так вот, у нас по-прежнему нет няни, и дети, если не с бабушками и друзьями, конечно же, с нами. Работу работаем, подписали кадр-актеры. Девочке уже 5 месяцев. Фото инстаграм-пользователи сети поддержали кумиров в комментариях: «Вы, ребята, молодцы. Я не доверяю няням. Друзья, бабушки и дедушки выручат». Многие восхитились многодетной семьей и пожелали им благополучия. «Хорошие, красивые. Всегда с радостью смотрю на вас. Счастья вам на долгие годы. Вам с Игорем счастливого и яркого пути. Родительских радостей», пишут фанаты. Супругам действительно удается совмещать семейные заботы и профессиональную деятельность. К примеру, когда молодая мама находилась в роддоме, мужчина был занят в театре. «Очень не хотелось оставлять мою Кристинку в такой ответственный момент, но в тот же вечер я должен был выйти на сцену и играть спектакль, поэтому пришлось довериться Богу и профессионалам Галине Александровне и Насте, которые уже в третий раз помогают нам встретить наших дочек», писал Петренко в микроблоге. Напомним, что Игорь и Кристина поженились в 2016 году. Помимо маленькой Евы, пара воспитывает 4-летнюю Софию Каролину и 2-летнюю Марию. Первая дочь родилась у пары, когда Петренко был еще в браке с Екатериной Климовой, подарившей ему 2 сыновей. Несмотря на развод, актеры поддерживают дружеские отношения. Мужчина часто видится с 12-летним Матвеем и 10-летним Корнеем. Кроме того, мальчики хорошо приняли новую супругу отца. Петренко старается, чтобы все 5 детей чувствовали его родительскую заботу. Класс пост 660 566 подписчиков.